Добро пожаловать в опасную зону. Туда, где природа снова и снова проявляет свой крутой нрав. Живущие здесь знают, что трагедия случится. Она обязательно происходит, рано или поздно. Это рассказ об огне, о льдах и наводнениях. О силах стихии, которые нам не дано остановить, и ужасах, с которыми сталкиваются те, кто живет и работает в зоне опасности. Швейцарские Альпы. Райский уголок среди островерхих гор. Для многих это излюбленное место зимнего отдыха. Но безмятежность альпийского пейзажа обманчива. В тот февральский день Катрин Пере и Ива Вайман катались на лыжах. Нам хорошо знакомы эти места. Мы не думали, что нас может поджидать опасность. Но когда уклон стал круче, мы заметили, что снег на нем не держится. Тогда мы поняли, что это не так, как должно быть. Обвал начался высоко в горах. И прежде чем они что-то услышали, лавина настигла их. Я обернулся посмотреть, где Катрин, но она исчезла. Исчезла без следа. Катрин! Боясь самого худшего, Ива решил идти за помощью. Он не знал, что случилось с Катрин. Ее накрыла снежная лавина. Большинство жертв умирают, если их не обнаруживают в первые полчаса, а тут проходили часы. У меня был выбор, либо поддаться панике, а значит умереть, либо бороться, и тогда, возможно, будет шанс. Надо постараться. Одна рука у Катрин была свободной, она попыталась разгрести снег, но вскоре стала терять надежду. Я сказала себе, ничего не выйдет, ты все равно погибнешь. В конце концов, ей удалось проделать ход до поверхности, и она услышала какие-то звуки. Ты не веришь своим ушам. Ты успел пережить столько разных чувств. Сильнейший страх, надежду, крайнее отчаяние. У тебя просто не остается сил. Спасатели удивились, что Катрин осталась жива, ведь она целых 5 часов была погребена под снегом. Катрин повезло. Ей пришлось столкнуться с одним из самых опасных явлений природы, но она выжила. Другим жертвам лавин повезло меньше. Лавины называют белой смертью. В разных концах планеты, от Новой Зеландии до Непала, они обрушиваются внезапно, без предупреждения. По оценкам специалистов, в мире ежегодно происходит около 1 000 000 снежных обвалов. Снежный покров на горном склоне образуется слой за слоем, и плотность каждого слоя зависит от температуры воздуха, силы ветра и крутизны склона. Когда плотный слой ложится поверх более рыхлого, любое внезапное изменение погодных условий или толчок может вызвать сход лавины. Многотонный снежный вал, набирая скорость, несется под гору.
Последствия могут быть трагическими. В мире ежегодно сотни людей становятся жертвами лавин. В 1996 году в Непале, когда весной снег растаял, обнаружили десятки погибших под лавинами за самую страшную в истории зиму. Но из всех стран, где регулярно случаются снежные обвалы, больше других страдает от лавин Швейцария. Это похоже на декорацию для съемок фильма, безмятежная идиллия. Однако эти горы не декорация. Весной и летом они скрывают свою тайну, но приходит осень, за ней зима, выпадает снег и начинается сход лавин. До 17 тысяч в год. Первые сведения о снежных обвалах в этих горах относятся к 3 веку до нашей эры, когда Ганнибал совершил переход через Альпы. 2200 лет продолжается здесь противостояние человека и снежной стихии. Но в последнее время проблема обострилась, потому что все больше людей переселяются в горы. Тысячи швейцарцев живут сегодня в городах и деревнях в так называемых красных зонах. Таких, как Андермат. В 50-е годы Андермат, как многие альпийские деревушки, пострадал от серии мощных лавин. Тем не менее, в последующие годы все больше и больше людей приезжали сюда на жительство или на отдых, и Андермат, несмотря на опасность, превратился в популярный зимний курорт. В 1975 году Вальтеру Хуберу было 16. Его семья многие годы жила в этом доме. Они даже не догадывались, что беда притаилась совсем рядом, на склоне горы над их жилищем. Когда в ту роковую зиму начались снегопады, лавина погребла под собой их дом. За одни сутки намело 2-метровые сугробы. Мы с сестрой взяли лопаты и пошли расчищать дорожку, ведущую к нашему дому. Когда я обернулся, увидел облако снежной пыли и в тот же миг понял, что идет лавина. С задней стороны дома донесся звук сильного удара, от которого вылетели все стекла в окнах. Потом все перемешалось. Снег, поваленные деревья. А моей сестры нигде не было видно. Она исчезла. За одну страшную минуту жизнь его сестры Риты оборвалась. Несмотря на тяжелую утрату, Хубера не уехали из Андермата. Сегодня, спустя более 20 лет, Вальтер с семьей продолжает жить в том же доме. День за днем его дети ходят по той самой дорожке, где белая смерть настигла его сестру. В разных странах мира происходит множество таких трагедий. Но где бы стихия ни нанесла удар в поисках ответов на вопросы, чаще всего обращаются в одно и то же место. Город Давос. Здесь находится Швейцарский институт изучения лавин. Его специалисты знают о снеге и обо всем, что связано с лавинами, больше, чем кто-либо еще. Ученые института составляют карты лавиноопасных районов, выдают предупреждения о грозящей беде. Снег – неоднородное вещество. Это один из самых сложных природных материалов. В специальном помещении, где поддерживается минусовая температура, ученые измеряют размеры кристаллов, плотность, вес. Все, что может помочь объяснить, как различные виды снега реагируют на нагрузки.
Существует много возможных способов борьбы с лавинами. В институте изучают некоторые из них, в частности, использование защитных сооружений из дерева и стали. Ничто не может остановить снежный вал, но рассеять его энергию вполне реально. После мощных лавин, наделавших много бед в 50-е годы, в Швейцарии стали возводить заграждения для защиты городов. За 4 десятилетия общая длина таких барьеров составила около 500 километров. Это в полтора раза больше, чем протяженность страны с запада на восток. Эти заграждения выполняют важную защитную функцию. Без них невозможно было бы обеспечить безопасность людей, потому что во многих местах отсутствует естественная защита от лавин. Как видим, уберечь от лавин города все-таки можно. Гораздо труднее защитить от них горнолыжников, которые часто недовольствуются обустроенными склонами. Многие спортсмены становятся жертвами снежных обвалов, бесшумных и грозных, сметающих все на своем пути. Швейцарцы постоянно ищут наиболее эффективные способы поиска людей, оказавшихся в снежном плену. Некоторые из этих способов используются уже не одно столетие. Поисковые собаки, лопаты, щупы. Работники Давосского института учат спасателей, как их следует применять. Берутся на вооружение и достижения современной техники. Например, лыжникам выдают миниатюрные радиопередатчики. Эти приборы легко переключить и на прием сигналов, по которым можно найти попавшего в беду человека. Во всем мире, от Соединенных Штатов до Японии, такие передатчики становятся частью стандартной экипировки лыжников. Совсем недавно появилось новое средство безопасности – специальная надувная подушка. Мы провели испытания в условиях схода лавины. Мы взяли манекены, соответствующие весу человека, и разместили их на пути лавины, чтобы можно было провести сравнение. Часть манекенов были без надувных подушек. Затем мы вызвали обвал. В результате все манекены с подушками остались на поверхности или близко к поверхности. Почти все манекены, не имевшие подушек, были погребены под снегом. Все эти методы применяются лишь в ответ на атаку стихии. Но иногда необходимо действовать заранее. Порой, чтобы предотвратить несчастье, приходится искусственно вызывать лавины. Такая задача возложена на горные патрули. Они ищут опасные участки, где из-за скопления снега или повышения температуры образовались скрытые трещины в снежном покрове или слабые слои. И тогда они приступают к работе. С помощью взрывов вызывают контролируемые обвалы, которые никому не причиняют вреда. Бывает и так, что ни научные изыскания, ни превентивные меры не помогают. Люди точно выполняют рекомендации специалистов, и тем не менее становятся жертвами яростной стихии. Так случилось в 1984 году, когда мощная лавина обрушилась на город Десентис. В ту зиму, когда разразилась трагедия, Винер Хурлеман приехал сюда с семьей отдохнуть. Дом стоял здесь.
Левее, где растут деревья, были ворота. Начиная от скамейки, кончая чуть дальше этого пригорка, вот тут и был наш дом. Погода была ужасная. Снег шел не переставая, а ночью к тому же поднялась вьюга. Снегу навалило очень много. А в горах, наверное, было еще хуже. Положение стало просто угрожающим. У нас было предчувствие, мы знали, что случится что-то страшное. Потом вдруг стало темно, задул сильный ветер, настоящая буря. Увидели мы лавину раньше, чем услышали. Это было похоже на бомбежку, на ураган. Все дрожало. Вещи летали в разные стороны, шум был оглушительный. И тогда жена и моя мать сказали, сейчас она будет здесь. Мы бросились на пол. Мы оставались в той трети дома, которая уцелела. Другие две трети были полностью разрушены. Хурлиман и его родные лишились дома, но они все-таки остались живы. Некоторые из их соседей погибли под снежной лавиной. За многие века живущие в Альпах на печальном опыте убедились, что зимой в горах в любой момент можно ждать страшной беды. Казалось бы, с наступлением лета эти опасения должны оставаться позади. Только не в Швейцарии. Потому что в теплое время года швейцарцам, как ни странно, тоже грозят обвалы. Когда высокогорные ледники начинают таять и становятся неустойчивыми, по склонам гор сходят лавины льда и камней. В Гринденвальде, где сталкиваются зима и лето, такие обвалы представляют серьезную опасность. В сентябре прошлого года с этой скалы обрушилось около 200 тысяч кубометров льда. Лавина прошла намного дальше тех остатков снега, которые вы видите. И улица была частично погребена под льдом. Когда ледник ожил, огромные глыбы льда с грохотом покатились вниз по склонам, увлекая за собой и небольшие камни, и крупные валуны. Это была одна из самых разрушительных летних лавин за многие годы. Хотя в теплые месяцы тоже можно ждать беды. Весна и лето – это время решающих действий в борьбе со снежными лавинами. В схватке человека с грозными силами природы сама природа дает нам прекрасное средство защиты – деревья. Еще в средние века жители Швейцарии начали сажать деревья, чтобы уберечь свои города от снежных лавин. Несмотря на все достижения науки, специалисты института в Давосе постоянно подчеркивают, именно такие простые средства защиты и незаметные герои часто могут сделать больше, чем новейшая техника. Небольшая группа деревьев, неприметная летом, служит надежным прикрытием, охраняющим покой таких городов, как Андермат. Потому что лето кончится, придет зима, на горы ляжет снег, а деревья будут стоять, оберегая людей от яростной стихии, защищая тех, кому выпало жить в опасной зоне, от грозящей им год за годом беды. Этот день назвали «Черным воскресеньем». 14 апреля 1935 года огромный темный смерч пронесся по великим равнинам Америки. Сначала он накрыл штат Колорадо, затем двинулся через Канзас, Оклахому, Техас. Это была мощнейшая пыльная буря, скорость ветра достигала 100 км в час. Города на ее пути погружались в кромешную тьму.
Центральные районы США поразило стихийное бедствие невиданных масштабов. Дождь дает земле жизненные силы, а если дождей долго нет, наступает беда. Пораженная засухой почва превращается в пыль. Когда поднимается ветер, начинается цепная реакция и рождается черный смерч. Страшный вихрь темной волной проносится по земле. Мощная пыльная буря достигает 500 километров поперечнике и поднимает в воздух 100 миллионов тонн земли. Это бедствие может обрушиться на любой континент. Так выглядел город Мельбурн в 83-м году, когда в Австралии выдалось на редкость засушливое лето. Тучи, кружащиеся в воздухе пыли, вызвали хаос на железных и автомобильных дорогах. Закрыты все три мельбурнских аэропорта. Большая часть земель, лишившихся почвенного покрова этим летом, не восстановится при жизни нынешнего поколения. В Африке, в Австралии, в Северной и Южной Америке повсюду песчаные и пыльные бури оставили свой страшный след. Иногда они достигают таких размеров, что их можно увидеть из космоса. Они покрывают землю и застилают небо. Но даже удушливый кошмар пыльной или песчаной бури не идет в сравнение со смертоносной стихией огня. Огонь и дым, зловещая красота пламени. Это смертельное сочетание жары, горючего и кислорода. Достаточно одной искры, и вспыхивает огонь. Но это не простой огонь, это страшный пожар, когда бушующее пламя быстро распространяется, пожирая все, что может гореть. Повсюду условия, при которых рождается это ненасытное чудовище, одни и те же. Сухая земля и растительность, сильный ветер и недостаток воды. С приближением лета эта бурая, выжженная земля превращается в настоящую пороховую бочку. Миллионы людей на нашей планете живут в пожароопасных регионах. В страдающей от засухи Австралии леса горят чаще, чем во многих других странах. В Греции огонь вспыхивает на обширных площадях, поросших сухим кустарником. Сильно страдают от опустошительных пожаров южные районы Калифорнии. Города и поселки здесь выросли на месте бывшей пустыни. Неудивительно, что они то и дело горят. Поселившись на юге Калифорнии, люди не думали, что строят свои дома в опасном месте. Нигде в Соединенных Штатах у пожарных не бывает столько работы, как здесь. Ежегодно в этом регионе случается почти 2000 пожаров. Некоторые – результат неосторожного обращения с огнем, причина других – брошенный окурок, а иногда и очевидный поджог. Еще одна причина – молнии. Только в США по их вине ежедневно возникает 20 пожаров. В борьбе с огнем мало что изменилось за последние десятилетия. По-прежнему пожарные вступают в рукопашную схватку со смертоносной стихией. Те, кто смело бросается в самое пекло, используют давно известные средства – пожарные рукава, топоры и пожарные машины, перекачивающие тысячи литров воды. Неизменными остаются и приемы борьбы с огнем. Его заливают водой, вырубают кустарник, используют огонь, чтобы выжечь защитную полосу, которая не дает распространиться пожару.
Недавно пожарные в Южной Калифорнии получили новое тактическое оружие для борьбы с разбушевавшимся огнем. Теперь у них есть силы быстрого развертывания, которые первыми прибывают на поле сражения. Во-первых, это модифицированный военный вертолет, развивающий скорость 225 км в час. Во-вторых, подвесной контейнер, из которого можно вылить 1000 литров воды в самый центр пожара. Добавьте к этому отряд пожарных на борту, и можно вступать в бой. Когда звучит тревога, у них есть всего 10 минут, чтобы надеть огнезащитные костюмы и подняться в воздух. Когда мы одеваемся, чтобы лететь на задание, я думаю о том, что нас ждет. И надеюсь, что все будет хорошо, и что все останутся живы, что мы все вернемся целыми и невредимыми. Это элитный отряд. Чуть не каждый день они бросают вызов смерти, совершая более 100 вылетов в год. Некоторые погибли, выполняя свой долг. Многие были отмечены за проявленный героизм. Кто эти люди? Как ни странно, все они заключенные калифорнийских тюрем, осужденные за ненасильственные преступления. Я доверяю им свою жизнь. Если что-то случится, я должен их оттуда вытащить. А они должны вытащить меня. Сегодня утром они получили вызов в район Чино-Хиллз. В команду входят 8 заключенных, 2 командира и пилот. Все опытные борцы с огнем. Но это не значит, что им не страшно. Как известно, любому пожарному, пока не прибудешь на место, никогда не знаешь, с чем придется столкнуться. Подлетев с наветренной стороны, вертолет садится в нескольких сотнях метров от горящего участка. К счастью, они успели вовремя. Сухая трава и кустарник горят на небольшой площади. Но подобные пожары непредсказуемы. Если их быстро не потушить, они могут принять катастрофические масштабы. Фронтальное наступление со шлангами, несколько сбросов воды с воздуха, и огонь отступает. Вооружившись мотыгами, пожарные делают защитные полосы. Мы все равно, что солдаты. Я хочу сказать по сути. Огонь — это наш противник. Мы атакуем его. Делаем все, чтобы его победить. Менее чем через час пожар потушен. С огнем справились, прежде чем он успел распространиться, и отряд может возвращаться домой. Это был маленький пожар. По мере того, как люди во всем мире обживают новые засушливые территории, они все чаще убеждаются, какими страшными последствиями это грозит. В 1994 году в Австралии чудовищный пожар подступил к Сиднею. Пламя бушевало на площади 600 тысяч гектаров. В октябре 1991 года такое же бедствие обрушилось на север штата Калифорния. Сухой восточный ветер подхватывал уголья, и огонь двигался в сторону Окленда и Беркли. Очень скоро пожар достиг пригородов, и началась настоящая паника. И в Австралии, и в Калифорнии людям пришлось столкнуться с самым ужасным проявлением огненной стихии. Огненная буря, вихрь бушующего пламени. Это происходит, когда пламя подпитывает само себя, и пожар становится баллистическим. Возникают такие сильные конвекционные потоки, что в этом пылающем аду создаются особые условия, порождающие мини-торнадо. При скорости более 150 км в час и температуре до 1000 градусов огненная буря подобна волне пламени, сжигающей все на своем пути. Однажды в 1989 году Джим Скейлс ехал тушить небольшой пожар и оказался в эпицентре огненной бури.
Он находился в предпоследней машине колонны, мчавшейся на юг по 395-му шоссе, когда произошло то, что он даже не мог вообразить. Помните, как в фильме «Волшебника страны Оз» ветер подхватывает дом и кружит его в воздухе? Это было точно то же самое, если не считать, что кругом летали кусты и раскаленные угли. Огненный вал высотой под 40 метров пронесся через шоссе со скоростью 160 километров в час. Машина, в которой сидел Скейлс, она на экране слева, была со всех сторон объята бушующим пламенем. В считанные секунды огонь перескочил через дорогу и настиг нас. На лице у меня был ожог второй степени. Я тогда подумал, остался ли у меня еще нос, есть ли уши. За что мне это? И что теперь будет? Кто позаботится о моей семье? Вот такие вопросы проносились у меня в голове. Потом огонь ушел дальше по еще не выжженной земле, и мы смогли выбраться на дорогу, где ребята из нашей команды оказали нам первую помощь. В нашей пожарной части про такие случаи говорят: он поздоровался с дьяволом. Я живое доказательство, что не всегда можно повернуться к дьяволу спиной. Это очевидно. В 1996 году в Калифорнию снова пришла беда. Редко когда здесь было столько пожаров. В октябре казалось, что весь штат охвачен огнем. Это была страшная череда пожаров на памяти нынешнего поколения. Город Карлсбад стал центром трагедии. Пожар бушевал, будто это был торнадо, и дул очень сильный ветер. Нельзя угадать, куда дальше пойдет огонь. Но пожар слышно. Вой ветра, треск, какие-то хлопки. Мой сын сидел в машине и кричал: «Надо уезжать, мама, надо уезжать». В этом ужасе нельзя было оставаться. Нет. Прибывшие по вызову пожарные машины въехали прямо в ад. Это была настоящая битва. Огонь неистовствовал и не желал сдаваться. С огнем боролись более тысячи пожарных. Самолеты сбрасывали вещества, останавливающие горение. Пожар распространился уже на 3500 гектаров. И снова в бой вступил отряд быстрого развертывания. На земле и в воздухе весь день до поздней ночи они сражались с огнем. Ты чувствуешь, как кровь играет в жилах, ты понимаешь? Нам надо сделать свое дело, сделать и вернуться живыми. Он уничтожает имущество, землю, дома, все, что может гореть. И мы должны остановить это чудовище. Через 2,5 суток огонь, наконец, начинает отступать. Где-то мы его остановили, где-то он оказался сильнее. Большинство пожарных знают, как трудно его перехитрить. Уже третьи сутки мы делаем все, что можем, чтобы справиться с этим чудовищем. Этим ненасытным чудовищем. У меня душа за них болит, за тех, кто вернется домой, а там ничего нет. Это, наверное, самое тяжелое чувство. Мы стараемся, но иногда мать природа бывает очень упрямой. Лишь на четвертые сутки пожар удалось потушить. Отряд спас от огня около 200 домов. Но все спасти они не могли. В этом некогда богатом пригороде Сан-Диего сгорел 101 дом. Среди тех, кто лишился крова, были Нэнси и Джеймс Уиз. Мы забрали фотографии, еще я взяла бабушкино лоскутное одеяло, а сын учебники и документы для колледжа. Мы не знали, что делать. Просто понимали, что все это не сохранится. Здесь сгорели 26 лет нашей жизни.
кусочки твоей жизни, которые ты знаешь, больше не вернуть. Такое невозможно представить. Как ни странно, на улице, где сгорело все, один дом избежал печальной участи. Мне просто повезло. Как будто ангел простер руки над моим домом. Наверное, только так можно описать то, что я чувствую. В подобных жилых районах пожар чаще всего распространяется искрами, которые ветер переносит с крыши на крышу. Хотя специалисты рекомендуют людям, живущим в пожароопасной зоне, делать черепичные крыши, здесь это был единственный дом, крытый черепицей, и это его спасло. Все дома сгорели. Потерять дом — это трагедия для семьи. Ужасно. Все эти люди были моими друзьями. Поэтому я не могу сказать, что я счастлив. Я просто благодарен. Все чувства смешались. Мне очень трудно об этом говорить. Зато этот человек хорошо знает, какие чувства он испытывает к тем, кто спас его дом. Он уцелел благодаря пожарным. Они пришли сюда, потому что видели, что его еще можно спасти. Я считаю, что они больше, чем герои. Обычно, когда читаешь о героях, это люди, которые случайно оказались в опасной ситуации. А эти парни, они сознательно идут на риск. В пламени пожара эти люди переродились. Бывшие преступники стали героями. Нас так приветствовали, когда мы выходили из вертолета. Я запомнил слова, которые написала одна маленькая девочка. Спасибо, мистер пожарный. Если бы вы не пришли, было бы очень плохо. Я хочу сказать, меня это так тронуло. Ведь у нас у всех есть дети. И знать, что ребенок так к тебе относится, это как дополнительное вознаграждение. Знать, что ты кому-то помог. Эти скромные герои не останутся без работы, потому что пожары, увы, будут продолжаться. Люди не перестанут строить дома в опасных местах, а значит, им и дальше будет грозить беда, и не только от огня. Люди селятся на берегах неспешно текущих рек, где взору открывается неизменная в своем спокойствии картина. Как нетрудно в это поверить, но и здесь они строят свои дома в зоне опасности. В последние годы создается впечатление, что уровень воды в реках повышается. Год за годом происходит наводнение, потопы библейских масштабов. После дождей реки бурно разливаются, затопляя города и деревни в Канаде, Италии, Китае. Миллионы людей остаются без крова, тысячи гибнут. Вода смывает и уносит вниз по течению дома, города и их обитателей. В первые дни 97-го года несчастье обрушилось на город Сакраменто в Калифорнии. Начавшиеся 1 января дожди лили не переставая. За три дня выпало рекордное количество осадков, от 600 до 900 миллиметров. Плотины уже не могли сдержать напор разбушевавшейся реки. Вода стала прорывать защитные дамбы. Жившим неподалеку от реки надо было спешно спасаться. Перед моим домом останавливались машины, и люди кричали: «Вода наступает! Дамбу прорвало!» Я слышал какой-то гул и не мог понять, что это за звук. Я никогда не забуду, как будто неподалеку ревет Ниагарский водопад. Когда я выбирался оттуда, вокруг меня был целый океан. Вода все прибывала и прибывала. Она смывала все на своем пути. Скоростные шоссе превратились в каналы. Земля скрылась под водой.
Из-за наводнения 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Были уничтожены фермы, жилые постройки, посевы. По оценкам, ущерб составил 2 миллиарда долларов. Рекордная сумма в истории наводнений в Калифорнии. Мы потеряли все, что у нас было. Еще 2 минуты, и меня могло бы не быть в живых. Так что мне повезло. В городе несколько дней сохранялось чрезвычайное положение. Вода разрушила многие кварталы. Сильно пострадал Ривердейл, где стоят домики на колесах. Правда, большинство людей успели покинуть свои жилища. Я оставался здесь. Эти парни заставили меня подписать бумагу, чтобы известить родственников. Вода стояла на метр, 1,20 метра. Когда начался потоп, тысячи людей, лишившихся крова, стали собираться во временных убежищах, чтобы пережить там ближайшие дни. Сегодня утром мне сказали, что вода дошла до крыши нашего дома. Я не думала, что наводнение будет таким сильным. Но мы живем всего в 3 километрах от места, где река прорвала дамбу. Это страшно. Мы построили наш дом в 86-м после предыдущего наводнения. Наверное, придется опять начинать все сначала. Дожди наконец прекратились, но опасность не миновала. Реки вздулись, превратились в бурные потоки. Выше и ниже по течению Сакраменто вода смывала защитные дамбы. Насыпи – универсальное средство борьбы с наводнениями. От Голландии до Китая, везде, где люди селятся в низменных местах, они возводят эти заграждения, чтобы удерживать реки в их руслах. Но по самой своей природе система дамб отсекает реку от естественных водосливов, увеличивая напор воды. По мнению специалистов по борьбе с наводнениями, дамбы бывают 2 видов. Те, что река уже прорвала, и те, что она прорвет в будущем. Именно это и случилось в Северной Калифорнии. Здесь протекает множество речушек, по берегам которых построено почти 8000 километров дамб. И вот одна за другой они начали рушиться. Но жители Сакраменто не собирались сдаваться. В ответ на вызов реки они стали укреплять размытые земляные насыпи. В городе Меридиан вовсю идет укладка мешков с песком. Прорвало дамбу примерно в миле, в ту сторону, и река залила эту низину. Эта вода поступает через брешь. Мешковины не дают волнам вымывать рыхлую землю из этой временной насыпи. Все это сделано за последние 36 часов, чтобы защитить от воды наш город. В долине реки дожди прекратились, но в ближайшие дни они пойдут снова. А в горах Сьерра-Невада продолжает таять снег. Вода поднимается, наводнением охвачено уже более 750 квадратных километров. Люди покидают свои дома, с собой берут лишь самое ценное и необходимое. Те, кто не успел эвакуироваться, ждут спасателей, сидя на крышах. Для них страшная картина бедствия разворачивается, как в замедленной съемке. Так часто бывает при наводнениях, когда вода прибывает постепенно. Хотя случается, что все происходит очень быстро. Такие наводнения называют внезапными, и их последствия бывают особенно трагичными. Там, где реки зажаты в узком русле, даже непродолжительные обильные дожди могут вызвать сильный паводок. Но все наводнения объединяет то, что они несут разрушения, и что всегда нужны люди, готовые прийти на помощь попавшим в беду. Джей Мур служит Национальной гвардии, и во время бедствия в Сакраменто он не думал, что станет героем. По крайней мере, жена ему так велела.
Она сказала: смотри, не строй из себя героя. Это была ее последняя просьба. И я ответил: обещаю, с нами все будет в порядке. Но Мур получил приказ и отправился на боевое задание, подвешенным на тросе к спасательному вертолету «Блэк-Хок». Разлившиеся воды реки Косом нас поднялись на 3,5 метра. Срочная помощь требовалась водителю захваченной половодьем машины. Когда я увидел этого парня, я понял, что он потерял голову от страха и собирается прыгнуть на меня. Приблизившись, я попытался его остановить. Не надо прыгать, оставайся на месте. Муру никак не удавалось высадить спасенного на землю. Кругом были деревья и колючая проволока. В любую минуту парень мог сорваться. Еще одна попытка. Этому водителю повезло, хотя он и был на волосок от гибели. Наводнение в Сакраменто в первые дни 97-го года было самым большим из всех, что довелось пережить жителям Северной Калифорнии в этом веке. Но в других местах случались и более страшные бедствия. Для американцев точкой отсчета всегда было Джонстаунское наводнение в Пенсильвании. В мае 1889 года в результате проливных дождей обрушилась 20-метровая земляная плотина. И на Джонстаун обрушилась лавина жидкой грязи. Менее чем за 10 минут вода снесла все постройки в центре города. В 20-е и 30-е годы трагедия не раз повторялась. Снова шли сильные дожди, и снова Джонстаун оказывался затопленным. Эти наводнения унесли тысячи жизней. И все же они не идут ни в какое сравнение с теми бедами, от которых страдает Китай. В начале нынешнего столетия в долине реки Янцзы неоднократно происходили большие наводнения. Одно из крупнейших стихийных бедствий 20 века случилось в 1931 году, когда вышли из берегов Янцзы и Хуанхэ. Погибло 225 тысяч человек. Частые наводнения объясняются особенностями природного ландшафта Китая, где полноводные реки стекают на широкие плоские равнины. Обычно наводнения регулярно повторяются в одних и тех же местах. Пойма – это законное владение реки. Все дело в топографии, в форме поверхности земли. Природа безжалостна к тем, кто нарушает ее законы. По странной иронии судьбы, во всех этих трагедиях есть что-то такое, что неизменно выявляет лучшее в человеке. Во время наводнения в Сакраменто местные жители с готовностью бросались на выручку своим соседям. Более 1000 добровольцев пришли в организованные Красным Крестом убежища, чтобы помочь накормить и утешить тех, кто остался без крова. Человеческих жертв в этот раз было немного. Тем не менее, наводнение унесло немало жизней. В окрестностях Сакраменто в водах разбушевавшейся реки погибло много животных. Со всех сторон, окруженные водой, брошенные хозяевами, они не знали, что делать. Тяжело видеть, как они умирают. Много животных погибло. Они не могут долго плыть, им трудно держать голову над водой. Животные умирали тысячами. Но это не значит, что люди ничего не делали, чтобы им помочь. Местного фермера Чака Стюарта трагедия не обошла стороной. Он потерял дом, 13 лошадей и собаку. Тем не менее, и на следующий день после наводнения Чак продолжал спасать чужой скот, чужих собак и кошек. Это нужно делать в первый же день. Какое-то время они могут держаться на воде. На второй день еще можно надеяться кого-то спасти, а на третий день можно с тем же успехом сидеть дома, живых уже не останется. Работая без сна и отдыха, Чак и его соседи смогли спасти от смерти сотни животных. Всех их доставляли сюда, на место проведения ярмарок в Роузвилле, где был организован пункт временного размещения четвероногих жертв наводнения.
Руководил работой пункта Терри Крисп, в свое время отмеченная журналом Reader's Digest за ее заслуги в деле спасения животных. К нам поступает много сообщений о целых стадах, унесенных наводнением. О точных цифрах можно будет говорить только, когда вода начнет отступать. Мы уже вторые сутки работаем, не покладая рук. И сейчас у нас здесь примерно 175 животных. И новые продолжают поступать. Только что привезли, если не ошибаюсь, 10 коз, говорят, на подходе еще 40 коров, так что отдыхать нам будет некогда. И в Роузвилле, и в других местах многие владельцы отчаянно пытались отыскать своих любимцев. Но героем самой невероятной истории стал пес по кличке Родео. Что особенно трогательно, миллионы людей увидели эту историю на телеэкране. 4-летний бордер-колли оказался в западне, когда большой волной его забросило на крышу дома. Его хозяйка Джан Томпсон вспоминает. Мне стало нехорошо, когда я увидела, как высоко поднялась вода. Дом трехэтажный, и она дошла до третьего этажа. И все же один посреди разлившегося моря Родео был жив. Я глазам своим не верила. Это было чудо. Вдруг случилось что-то хорошее, когда все так ужасно. В этот момент во мне боролись разные чувства. Это потрясающе. Родео не погиб, но ему по-прежнему грозила смертельная опасность. Джен Томпсон позвонила на местный телеканал и объяснила, в чем дело. Вы должны ему помочь. Он сделал все, чтобы спастись. Нужно его забрать оттуда. И третий канал телевидения отправил к их дому вертолет со съемочной группой. Они рисковали жизнью, чтобы спасти нашу собаку. Они схватили его за ошейник, и он прыгнул в вертолет. И они тут же поднялись и полетели назад. В отделе новостей все захлопали, когда стало ясно, что Родео спасен. Жители Сакраменто радовались вместе с Джен и Родео, наблюдая эту сцену в прямом эфире. В последующие месяцы в Сакраменто вспоминали подобные счастливые моменты и подсчитывали потери. Наводнение разрушило 24 тысячи домов. Общий ущерб составил миллиарды долларов. Постепенно люди в Калифорнии начали приходить в себя после постигшей их трагедии, а в это время в мире происходили новые несчастья. В Центральной Европе уже 200 лет не видели таких разрушительных наводнений. В Польше, в Германии, в Чешской Республике реки вышли из берегов. Погибло свыше 100 человек. Сотни тысяч остались без крыши над головой. Говорят, подобные бедствия будут повторяться до тех пор, пока люди не перестанут застраивать низкие берега и поймы рек. Сооружая дамбы и плотины, вместо того, чтобы дать реке свободу в ее законных владениях, мы, возможно, сами навлекаем на себя беду. Для тех, кто живет рядом с большими реками, всегда существует угроза, что живительная вода в один прекрасный день обернется смертоносной стихией. Надо понять, что природу нельзя приручить. Эта истина будет снова и снова напоминать о себе тем, кто живет в опасной зоне. Сценарий Роберт Голдберг, композитор Ричард Фиока, операторы Майкл Мейерс, Рубен Аронсон, Алан Каудильо.